Готовим печенье бискотти. Берем одно яйцо, добавляем сахар, соль, хорошо перемешиваем. Далее кладем муку и разрыхлитель. Далее выкладываем сушеную клюкву и миндаль. Готовим тесто. Готовое тесто в виде батона выкладываем на пергаментную бумагу и выпекаем 25-30 минут. Далее делим на небольшие ломтики, примерно по 1 сантиметру. Выкладываем на пергаментную бумагу и выпекаем еще 10 минут. Печенье готово. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.